Россия, в отличие от Запада, не вмешивается во внутриукраинские дела. Об этом сегодня в Брюсселе заявил Сергей Лавров. Там он провел рабочую встречу со своим европейским коллегой. Как отметил министр иностранных дел, в ЕС есть большое количество стран, которые считают, что ситуацию с Украиной необходимо обсуждать в трехстороннем формате, вместе с Россией. При этом Лавров еще раз пояснил, что если бы Киев и Брюссель подписали соглашение в том виде, в котором собирались, то украинские товары, не выдержав конкуренции, хлынули бы на российские и белорусские рынки. В этом случае Москва была бы вынуждена принимать защитные меры. И Россия, и Беларусь – это очевиднейшие кандидаты для того, чтобы эти товары получить. И тем самым убивалось бы наше производство аналогичных продуктов. Поэтому мы честно предупредили, мы никого не шантажировали. Речь не идет о каких-то санкциях. Сняты будут только льготы. Главное понимать, что экономика должна опираться все-таки на экономические соображения, а не на соображения осваивания геополитического пространства, причем за даром.